думал, будет бас наебал. Я блогер, подпишись на канал. Я из купюрок веер забрал и самый новый мерин забрал. У тебя горит, парень, ай, у меня горит. Да что это за способность? Я и не ожидал меньшего от гильдии. Блять, в говно наступил. Стало известно, что человек, предположительно имеющий отношение к самоубийствам, проник в ее... Необходимо проверить все факты. Вот фотография. Алкаши молодел, как же надоело, это не ваше дело. И вы бы знали, как мне просто, когда все угорают своего роста. Я принимаю к сердцу все очень близко. Да на самом деле нет, ведь штуки про рост, это слишком низко. Я смотрю с высока на луну, стал большим великаном. В моем маленьком мире отныне я буду огромных размеров, а вы нет. Я до сих пор хожу пешком под стол, растишка не поможет им фасту. Зато большой потенциал и высокий бюджет, огромные амбиции, это мой бронежилет. Высокая самооценка, много эгоизма, что-то должно расти, обаяние, харизма. Можете шутить, я готов выслушать вас, но все это слышал тысячу раз, тысячу фаз. Знаешь, я выше этого, смирись, и тебя тут совсем не слышно, давай, пригнись. Да. Нелегальное оружие, попытка убийства, нападение на человека, блять. Вот я 3 секунды не был, блять, рядом с тобой, какого хуя? Я мог бы спокойно пройтись вокруг по дороге, в принципе, найти, наверное, все, что мне было нужно. Но я типа рисковый такой, знаешь, я рисковый, в рот я ебал эти дороги. Я хожу там, где я хочу. Плевать на всех, хожу, где хочу, нормально. Игорь! Игорь! Игорёша! Мясо, 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 мясо! Отрубленные ноги, руки! Ты уже неадекватен! Я адекватен!